Присоединяемся. Всем доброе утро. Лучшее средство от болезни, правильно, это масочка. Будем похожи на китайцев. У них вирусов больше. Всем привет. Маска не помогает. Помогает. Большинство инфекций передается воздушно-капельным путем. Ару, привет. Так, привет, Кемерово, Казахстан, Красноярск, Калининград. На самом деле не маска, секрет здоровья, а работа. Работа нас облагораживает. Ну что, Ань, поехали? Новосибирск, семья, Москва. А, да, ручки протираю спиртовыми салфетками. Воронеж, Минск. Да, масок у меня с собой много. Витамин С пью постоянно, треню, но сам пока не тренируюсь, к сожалению. Украина, Воронеж, Астана. Всем привет, Волгоград. Привет из Гусева. Как шортики распродаются? Ну, конечно, вы затронули тему шортиков. Шикарно. Вызвалась целая волна людей. Вот. Конечно же, все воспринимают, наверное, как провокацию, но это не провокация. А цена шортиков абсолютно такая, какая она должна быть. Если кто-то из вас что-то шил на заказ, знает, сколько это стоит. А шить из плохого не собираюсь. Шил как для себя и продаю так же, как и для своих. Привет Гомелю. Спасибо, что смотрели «Тайские каникулы», Саратов. Я, как всегда, в перископе недолго, ребят. У меня все-таки при этом идет тренировка. Веса для Анечки пока маленькие. Это она у нас была в этих шортиках. Впереди будет ее фотосессия еще в новых лосинах. Но, к сожалению, все заболели. Когда я иду к Кокляеву, на 5, 6, 7, 8 марта, если опять из нас никто не заболеет. В Астану пока, ребят, не едем, ну, потому что нужно для этого все-таки денежка. Спасибо, что смотрели «Тайские каникулы» за меня. Шортики только розового цвета, пока тоже розового, но скоро будут еще какие-то. Тренироваться с небольшой температурой можно, но при всем при этом надо стараться, чтобы это была все-таки легкая, больше аэробная тренировка, пропотеть и после этого точно не простудиться. Пригласим, все оплатим. Можно будет обсудить, пишите в личку, но пока все-таки, я думаю, что рановато. Спасибо. Пятой пожарной части Питера, привет. Куда в личку? На ВКонтакте. Где можно купить шорты, ребята? Вся информация тоже в ВКонтакте. Там вы заходите в группу, связываетесь с Евгением Хайтовичем. Вся информация у него, и уже дальше можно будет вам все отослать. С Цыпленковым еще не боролся. Я думаю, что точно не в сегодняшней форме. Ижевск, привет. Риге, тоже привет. Постараемся приехать. Аня у нас очень выносливая, выносливость мы очень быстро с ней развили. Повторка у нее на 20 повторений идет. Так, не все комментарии шикарно. Спина, да, не поверите, на самом деле, спина более-менее восстановилась. Аня, отдыхаем, там будет 50, здесь будет на 15. Чтобы быть культурным, нужно быть чуть-чуть более грамотным и добрым. Тогда, возможно, будет вашу просьбу выполнить. Отказные как часто делать на турнике? Смотря какая цель. Если вы собираетесь все-таки увеличить количество повторений, то 2-3 раза в неделю и в одном-двух подходах. Хорошо, пишите в марте. Но в марте 5, 6, 7, 8 мы у Михаила Кокляева. Что у нас уже билеты и гостиница забронирована. Спасибо. Спасибо за лестные отзывы. Перископе. У нас сегодня будет и тяжелая атлетика с Аней. У меня супруга начала делать рывок, ей очень сильно это понравилось. Но, к сожалению, она у меня тоже приболела. И хотя мы хотели сделать это сегодня, но пытаясь ее не перегружать. Ее иммунитет все еще держится, но с тренировками нам пришлось пока остановить. А сколько должна быть тренировка на ягодице? Но ягодицы, как и ноги, одна из крупных мышечных групп, почти как и спина. И поэтому тренировать ее можно совершенно спокойно 30-40 минут. Мы с Аней тренируем задницу 3 раза в неделю, иногда даже 4 раза в неделю. С каким весом приседания сегодня до 60 дойдет? Без усложнения база или памп? Смотря на что вы работаете, на силу или на объем. Тренировку жены, конечно, покажу. Я очень хотел это сделать, но мы сегодня с утра перезаказали машину даже на более ранний, поздний срок, чтобы не заниматься. Нет, на концерт не иду, ни на какие массовые мероприятия.
Вес у меня упал на 7 килограммов, я сегодня вешу 117. Кишиневу привет. Жену берегу. Завтра обязательно выйдем с ней, если она будет себя нормально чувствовать, перископ, и покажем, как и есть. Когда свои фотки покажу до перевоплощения, ты обещал. По-моему, в Инстаграме же есть фотографии, нет? Одна, по крайней мере, до моего перевоплощения. Что ем на завтрак? Сегодня было немного овсянки, антибиотики. Тем не менее, привет. Кто кучу прокачан, Миронов или Гусев? Ребят, я не знаю, я же не судья. Так, лестные комментарии. О, еще. Шикарно. А что же так смотрите? Вам нравится такое, да? Браск смотрит. Овсянкой? Да, наедаюсь. Я вообще на самом деле не сторонник сильно кушать. Миронов. Да, вчерашка Миронов может позволить себе разъедаться. В Инстаграм как меня найти? Посмотрите в перископе, если в перископе информации нет, то, по-моему, собака, Саша, Шпак. По-моему, так. К Андрею Маланичеву не знаю, я лично с ним не знаком. Ем ли я творог? Нет, творог я практически не ем, я не люблю молочку. Сколько раз в день кушаю? Когда все хорошо, кушаю порядка 6-7 раз. Ну, а сейчас на болезни кушаю 2-3 раза. Но, браток, ты у нее узнай. Я думаю, получишь очень нелестный ответ. Такой же, как твой вопрос. Откуда такая масса? Наработана все-таки. Я же уже тренируюсь 25 лет. После тая на канале большой прирост произошел. Да, очень немаленький. Кардио для похудения 5 раз в неделю нормально. Главное, калий и магний, хорошие минералы, чтобы мышцы не сводило. Главное, сердечко себя нормально чувствовало. Татуировки делал в Санкт-Петербурге. Татуировщик Татай. Все, ребята, хочу с вами попрощаться. Дальше уже Ваня начинает свои сабли, нужно ее подстраховать. Рад всех был видеть, слышать. Хейтеры, вам тоже привет. До новых встреч. До свидания. И завтра увидимся. В маске, конечно, из-за гриппа, чтобы не заразить своих любимых и уважаемых клиентов. Все, всем пока, до встречи. Спасибо, тоже не болейте. Жене передам привет. Все, пока-пока. Грузится, поясни.